Доброе утро! Продолжаем наши разминочки. И сегодня садимся мы ровненько, вытягиваем ножки, достаем из-под себя ягодицы, находим седалищные косточки, чтобы у нас спинка была ровная. Можно ножки немножко подсогнуть, тогда будет проще вытянуть спинку. Вытянулись вверх, но стараемся ножки выпрямить. Ручками потянулись вверх, ножки напрягли, ручками вверх тянемся. Спинка сильная, руки отводим назад, плечи расправляем, напрягли все тело. Отпустили, поставили ручки сзади. И теперь со вдохом раскрыли, толкнули грудную клетку вверх. Толкаем себя в лопатки и стараемся прям вытянуть поясницу. Мягко-мягко и открыть грудной отдел. Вернулись. Ножки согнули, животик положили на бедра. Опустили голову. И у нас поясничка теперь вытягивается, немного округляется. Отлично. И еще ручки сзади толкнули себя. Вернули животик на бедра, спинку округлили. И еще последний раз вдох, раскрылись. Округлили спинку. Вернулись. Левая ручка осталась у нас на носочках. Правая ручка назад. Головой посмотрели за правой ручкой. Вернулись. И в другую сторону. Вернулись. Ручки поставили за собой, ножки выпрямили. И немножко разомнем ножку. Правую ножку поставили к себе. Колено упало в сторону. Вернули обратно. Вытянули. Левая ножка к себе. Колено упало в сторону. Вверх. Вернулись. И давайте еще по 5 раз на каждую ножку. К себе упала ножка. Вернули. К себе упала. Вытянули. И продолжаем. Без напряжения. У нас просто расслабленные ножки. Падают в сторону. По последнему разу. Отлично. Молодцы. Выпрямились. Подсогнули ножки, если нужно. Животик положили на бедра. Ребра максимально близко к коленям. Ручками зацепились. И начинаем аккуратно распрямлять ножки. Но у нас как был прижат животик к бедрам, так и остается. И вытягиваемся максимально вперед. Насколько возможно. Если у вас все еще ноги согнуты, но тянет спину, тянет ножки, просто аккуратненько себя отпускаем, расслабляем, вытягиваемся. Ничего не зажимаем. И отпустили себя. Молодцы, до завтра. Всем пока, хорошего дня.